Как поддерживать форму, прикладывая минимум усилий? Юлия Андреева, специалист по пилатесу, показала химчанам простой комплекс упражнений для укрепления мышечного корсета. Жители научились основам пилатеса и подвигались под энергичную музыку. Пилатес – это не только физические упражнения. Пилатес – это еще и упражнения для души, концентрации, силы воли. Поэтому сегодня мы попробуем с вами вспомнить, как наши тела двигаются, и подвигаемся под музыку. Встреча прошла в микрорайоне Сходня в спортивном комплексе «Юность». Подробную информацию о месте и времени проведения будущих мастер-классов можно найти в газете «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на сайте eventadmhimki.ru.